Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин. В общем, иду. Иду я за моим компьютером. Да, так подсажу на компьютере, ладно, вот там я вам подержать. В общем, пришел председатель с электриком по включению электричества сейчас. У вас документы как бы все готовы на нее? Ну, да. Лена, под куплю-продажу там. То есть кто-то хочет купить? Нет, у меня есть как бы знакомый риэлтор, как бы здесь живет. Да? Да, я могу с ним переговорить, как бы, он к вам подойдет, просто вы обсудите между собой. Что? За какую сумму и когда там. А, вы имеете в виду риэлтор, который может ее как бы выставить на продавать, да? Да. А, риэлтор, я думала, покупатель есть. Да, я думаю, может, у него и покупать, может, своя база покупать есть же, наверное. Ой, знаете, я поскольку, знаете, так вот столкнулась, знаете, с Обуховым, он там через своего рета. Не Обухов, это здесь. Ну, это понятно. Я им говорю, во-первых, кооператив называется. Кооператив? Да. А пускай звонит. В сторону только отъедьте, позвоните. Пусть на охрану перезвонит. В сторону отъедьте, позвоните ей. Пускай она позвонит на охрану. Она список должна была давать, дала? Вот фамилия как? Она по машинам список давала. Нет, сейчас позвоню. Не знаю даже. Даже никто не говорил. Так что, если хотите, здесь пройти проживает. Ну, слушай, я подумала. Я подумала. Хорошо. Спасибо за предложение. Я пошла. Спасибо. Взяла ему компьютер. Так что вот, Татьяна Салмановна, Мактум Сайфуддин, это я. Подключили мне. Электричество и газ, сейчас нагреется вода.
общем. В общем, пришла я домой. Ой, в общем, такие дела. Татьяна Салмановна, Мактум, Сейфудин, это